Свыше 10 тысяч деревьев посадили алматинцы в рамках масштабной осенней акции «Жархан Кыз». Жители всех 8 районов города активно участвовали в посадке, разбивая новые зеленые зоны у своих домов вдоль улиц и в парках города. Всего экологическую акцию сегодня поддержали более 10 тысяч горожан, в их числе и звезды казахстанской эстрады. По итогам масштабной уборки очищены рекреационные зоны, парки, скверы и дворовые территории. Собраны порядка 4 тысяч кубометров мусора. По данной акции мы уже участвуем второй год. Мы очень благодарны, что предоставляют такую возможность. За 2 года, как мы здесь проживаем, мы посадили 9 тысяч саженцев благодаря данной акции. А вот предприниматели Медеузского района инициировали челлендж «За чистотой следят все». Таким образом, они хотят объединить бизнес-субъекты, которые оформили паспорта благоустройства по новым правилам. Так, паспортизации подлежат 5500 объектов предпринимательства. Ожидается, что работы по нему завершатся в апреле следующего года. Мы приняли паспорт по новым правилам. В рамках этого во дворе нашего отеля мы проводим работы по асфальтированию, замене бордюров, чистке, штукатурке, отделке фасада нашего отеля. Каждая наша работа выполняется поэтапно.